Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор на две камеры от компании DDPay, модель X2 Pro. Поставляется в фирменной упаковке жесткой. Давайте рассмотрим комплектацию. Вот так вот все аккуратно упаковано. Здесь у нас находится документация. Это гарантийный талон. Подробная инструкция по эксплуатации. Отдельно хочу сразу забежать наперед, сказать, что данный видеорегистратор идет без монитора, настраивается полностью через мобильное устройство, подключается, вернее, устанавливается на мобильное устройство на Android и на iOS. Для того, чтобы установить приложение, у нас соответствующий QR-код имеется для iOS и для Android устройств. Также устанавливается, подключается не в прикуриватель, а на бортовую сеть. Также схемы указаны, как именно это все подключается. Так, в комплекте идет основной видеорегистратор, который вешается на лобовое стекло. Крепится на двухстороннем скотче. Сбоку у нас находится под заглушкой слот под карту microSD. Поддерживают до 128 мегабайт данный видеорегистратор. Угол обзора камеры составляет 140 градусов. Есть подключение также через microUSB. Отдельно кнопка выключения звука имеется. Ну и также регулируется наклон камеры. Полностью из глянцевого пластика сделан. Отдельно кнопка выключения звука имеется. Далее выносная камера. Максимальное разрешение выносной камеры составляет Full HD. Крепится она также на двухстороннем скотче и выставляется угол наклона. Угол обзора данной камеры также составляет 140 градусов. Максимальное разрешение передней камеры это 2560 на 1440. В комплекте имеется вот такая вот кнопочка, с помощью которой можно удобно ее расположить под рукой, приклеить на, имеется в комплекте резинка, которая устанавливается на торпеду. Под углом или горизонтально она абсолютно надежно будет держать в любых положениях. Нажав данную кнопку, видеоролик, который записывается в данный момент, сохраняется в нестираемую область на карту памяти. В комплекте имеется также карта памяти на 32 гигабайта. Так, по аксессуарам. Кабель питания. Провода подключения. Как я говорил, подключается не в прикуриватель, а к бортовой сети напрямую. Удлинитель для задней камеры. Также имеется, как я говорил, резинка липкая, с помощью которой крепится кнопка. Дополнительный двухсторонний скотч для крепления. Также имеется лопатка для того, чтобы спрятать все провода под обшивку. И дополнительные вот такие вот клипсы, которые крепятся на двухстороннем скотче, чтобы провод пустить на них, если не получается спрятать под обшивку. Вот такая вот комплектация данного видеорегистратора. Дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.